Очень спорная вещь, когда она начинает в литературе, очень по-разному начинает в литературе, иногда поздно, иногда очень рано. Но мне кажется, что вот эта премия вот за несколько лет своего существования, она как-то аккумулировала вокруг себя. Понимаете, в чем дело? Литература в 90-е годы стала немодной. Вообще вот профессия писателя, удел писателя, писатели свои книжки, там, переходы продавали, и, в общем, с одной стороны, можно было издавать их, конечно. Вот. И, но как-то, по мере, что стабилизации жизни в стране, интерес к литературе стал расти, но вот имя «Дебют», она дает молодым, с одной стороны, иллюзию, с другой стороны, шанс, что вот есть этот мир литературы, в который можно попасть, который интересен, прекрасен, а он на самом деле интересен и прекрасен, но и опасен одновременно. И вот мне кажется, что она вот это пространство как бы захватила, аккумулировала, организовала и структурировала. И это, на мой взгляд, прекрасно. Я просто вижу, сколько талантливых молодых людей появилось за это время, и многие из них уже просто активно работают в литературе. Некоторые из них уже знаменитые, но в самом деле. Поэтому, мне кажется, она очень динамичная и правильно развивается.